Я возвращаюсь в CSGO. Боже мой, у меня реакция не пропала. Я сейчас убью его. Я убил, да ладно. Я не играл в 6 месяцев в эту игру. 6 месяцев. 6, если не больше. Боже мой. It's pretty awesome. А, это свой. Выключи свою гребаную музыку. Лох. Боже мой, как можно быть таким отсталым? Я же делал простые вещи. Я не играл в игру 6 месяцев. Я даже ничего не успел, ни интерфейс поменять, ничего. Боже мой, я еще в одного попал. Боже мой, вот это реакция у пацана. Даю, иду. Брутто. Паркур. Мне даже музыку не надо вставлять. Сейчас я уничтожу. А, сука! Всем привет, меня зовут Саша, я не играл в CSGO 6 месяцев. Что? Меня зовут Саша, я не играл в CSGO 6 месяцев. Тебя зовут Саша, что? Я Ивангай. Есть. Это вообще девочка или мальчик? Мальчик, девочка. А, тогда извини. Да, боже мой, просто уничтожил. Ну что, наступил следующий раунд, и я готов просто уничтожать. Для этого мы сейчас возьмем. У тебя голос на русского мясника похож. Русский мясник? Ты уверен? Курва! У меня похож голос на... Привет, мой пупсик. Ждал меня. О, SSG. Но мне Дигл больше нравится. Сейчас я их просто возьму и уничтожу. Я сейчас зайду за ними за спину и просто их всех уничтожу. Для меня это уже кто-то сделал. Ну что же, Семён, ты где? Давай сразимся один на один, выйдем. Поговорим с тобой на кулаках. Да, Семён. Давай, братан, я подпишу. Я бегу, братан. Боже, вот ты такой нулевый. Сейчас я беру, значит, АВП и натираю вам всем зад. За АВП? О нет, как же это грозно. Ну да, сейчас он посмотрит. Я взял муха, это еще страшнее. Сейчас он посмотрит. Сейчас он убедится в том, что им просто хана. Если у меня голос похож на русского мясника, значит, мне надо этим воспользоваться. Сейчас тут чувак один выйдет, и он просто все поймет, то, что он сделал это зря. Кто-то стреляет по мне. И откуда, интересно? Минус один. Минус два. Такое ощущение, как будто я играю долго. Давай, выходи. Выходи, братан. Я тебя жду. Ну уже. Почему ты не выходишь? Сейчас прицел уберу, он бьет, как всегда. Тут никого сзади. Посмотрим. Нет, тут крыс. Тут тоже никого. А где же ты, дружище? Выходи. В коннекторе никого. Опа. У нас гости. Минус три. Минус 4. Очень опасный момент.
Вот я так и знал. Минус 5. Спасибо. Как погода, Азаза. Не нравится твой лоб и глаза. Но это уже другое. Куда направился? Я тебя не отпускал. Чё, дружище? Куда ты лезешь, я не понимаю. Здесь место только для королей. Остальные не приветствуются. Здорово, дружище. Я просто вышел это посмотреть это сквозь калитку, посмотреть, что там находится вообще. Как это находится? Когда за тюремная жизнь вот это вот. За решеткой. Боже мой, это просто ужасно, по-моему. А, надо кого-нибудь найти для мяска, чтобы насадить на нож. У меня был в прошлом раунде отличный шанс насадить кого-то на нож, но у меня не получилось. Боже мой, здесь есть дигл. О, да, дигл. Дигл. Хочу с дигла пострелять. Оп, флешбэнк. Флешбэнк я заметил сразу же просто. А, вот это было просто красиво. Ну что же, друзья. Ну что ж, друзья, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставьте лайки. А с вами был я, Фиксай, всем бай. И да, ребята, это, по-моему, первый раз после 6-месяцевого перерыва в CSGO. И да, я не играл настолько долго. В комментариях 100% будет куча отзывов о том, что я повторяю за мясником другими летсплейщиками. Но это не так, ребята. Я просто решил показать вам, что от меня осталось от частички в CSGO. После того, как я не играл 6 месяцев. Так что, ребят, надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить ваши, как я уже сказал, большие пальцы вверх. Давайте соберем хотя бы 50 лайков на этом ролике, и это уже будет очень круто для меня. Также, Дэйв, если ты досмотрел до этого до конца, то что добавляйся ко мне в друзья в Стиме, и мы с тобой поиграем. Так что, все, ребята, всем спасибо за просмотр, и всем бай-бай! С вами был я, Фикса, я не Ивангай, да. Бай-бай.